Преданному другу Елены, Корги Эрику, 4 года. Если перевести эти цифры на человеческий возраст, то получится 34 года. Одним словом, мужчина в полном расцвете сил. Корги – это порода, которая хорошо ладит с детьми и без особых проблем уживается с другими домашними питомцами в квартире. Член семьи, действительно. Он везде с нами, мы в отпуск с ним ездим. Не остается. Это проблема – собаку оставить тяжело. Уходишь куда-то, чувствуешь себя виноватым, если он не идет. Эрик не любит большого внимания к своей персоне, но терпеливо дает себя погладить юным зрителям кинологического праздника «Собака плюс я». Порода корги имеет богатую историю, насчитывающую более 1000 лет, а ее представители обладают ловкостью и скоростью, несмотря на интересное строение тела. В 3 месяца Эрик начал проходить общий курс дрессировки и уже к 1,5 годам завоевал все возможные чемпионские титулы. Собака очень умная, там овчарка. Но, как любая овчарка, с ней надо заниматься. Еще один участник спортивного кинологического праздника готовится к выходу на экстерьерный ринг. В этом году претендентов на победу оценивают московские эксперты. Но йоркширского терьера по кличке «Наследник престола» граф Радомир это не пугает. Он тоже может похвастаться своими достижениями. И последний из них – титул чемпиона России. С одной стороны, она выставочная, красивая, может быть, импозантная, но с другой стороны, у нее очень интересный живой характер, поэтому мы играем с любыми игрушками, любим футбол, не поверите. Ежегодный праздник «Собака плюс я» – отличное место для семейного досуга, а также возможность узнать больше о любимых породах. Много полезного для себя смогли почерпнуть и те, кто только задумался о том, чтобы взять в свой дом нового члена семьи. Это не только для любителей собак. Я еще сюда приглашаю людей, которые хотят выбрать себе четвероногого друга, потому что здесь можно пообщаться с владельцами собак. Все участники были распределены по группам в соответствии с породой и возрастом. Лучшие из лучших были награждены дипломами и призами. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.